специальные инспекторы ГИБДД, так что ловить нарушителя они будут в считанные секунды. Михаил Емельяненко патрулирует улицы краевой столицы на мотоцикле уже 5 лет. Останавливать нарушителей ПДД для него привычное дело. На его счету 1000 выписанных штрафов и сотни пойманных преступников. Но до сих пор лейтенант гонялся за правонарушителями на мотоцикле «Ямаха», теперь же на скоростном БМВ, у которого 90 лошадиных сил. Для сравнения, не у каждой современной легковушки столько лошадей. Михаил признается, новая «Бэха» вызвала дикий восторг. А вот вы садились уже за руль? Да, обязательно. БМВ, ну как вам? Все сделано для людей. Это мечта. Стоимость мечты – почти 1,5 миллиона рублей. Такой подарок барнаульским инспекторам сделала гособорона в честь профессионального праздника. Транспорт пригнали на днях прямо с немецкого завода. Теперь в гараже барнаульской ГАИ 6 мотоциклов. 4 «Ямахи» и 2 «БМВ». Сотрудники ГИБДД надеются, что расширение автопарка поможет не только быстро задерживать правонарушителей, но и предотвращать серьезные ДТП. К слову, только в этом году в Барнауле понесли наказание 200 гонщиков. Валентина Аскерова, Павел Лаврин, наши новости.